Es ist ihnen gelungen, einen Brückenkopf an diesem Frontabschnitt zu bilden. Им удалось захватить плацдарм на этом участке фронта. Несмотря на большие потери, плацдарм расширяется до угрожающих размеров. Я уверен, это начало большого наступления русских. Отсюда они могут выйти в тыл нашей группировки войск, и тогда под угрозой окажется судьба всего фронта. Надо немедленно сообщить командующему группой армии, господин генерал. Прежде всего, не дать им возможность расширить плацдарм. Второе. Сбросить их обратно в реку. Ваше распоряжение будет переброшен танковый полк. Это резерв фронта. Артиллерия будет работать всеми стволами. Атакуйте и сбросьте их в реку. Бригада штрафников захватила плацдарм. Немец непрерывно атакует. По всем данным, он стянул туда значительные силы. Танковые атаки не прекращаются почти сутки. Пока держатся. О потерях не докладывали, но уверен, очень большие. Заговорённо, не стоит третий раз плюнуть все мимо! Что ты будешь делать? Давай за ним! А ты сам попробуй! Подгасить защиту! Давай за ним, сука! Пристрелю! Давай, браток,
Давай. На исходе большие потери. До ночи мы не продержимся. Где главные силы? Почему нет наступления? Нас уничтожат всех до ночи. Что? Не слышу. Я убитых не считаю, я живых считаю. Оставишь плацдарм, расстреляю собственноручно. Слышишь, комбриг хренов? Если по твоей вине сорвется наступление, на Колыму поедешь до конца жизни. Так что стоять до последнего. Слышишь, что молчишь? Нету связи. Гаврилов! Да, вышли связистов. Пусть восстановят связь с Верхоябовым. Есть. Сам с ними иди. До самой реки, товарищ генерал? До самой. А если надо, я тут берег переправишься. Что? Сразу в штаны наложил? А как там? Люди гибнут! Слушаюсь, товарищ генерал-майор, восстановить связь! Привыкли по штабам задницы греть. Напередок не выгонишь вояки, мать твою. Может, штрафникам батальона бойцов из полка Белянова послать? Полк Белянова через 2 часа в полном составе должен быть на участке наступления. Роты лишней нет. Все силы туда стянуты. Взвода лишнего нет. Unsere Aufklärung teilt jedoch mit, dass am anderen Ufer des Flusses keine Ansammlung. Мы ждем наступления русских на этом участке большими силами. Но разведка докладывает, что на том берегу не видно скопления войск русских. Кроме нескольких батальонов, захвативших плацдарм, на том берегу нет ни техники, ни пехоты. Вы думаете, они блефуют? Этот плацдарм – отвлекающий маневр? Теперь это очевидно. Они начнут наступление совсем в другом месте. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! Fegelein!